Сейчас я вам покажу еще один пример, как слуга народа помог народу. Вот здесь вот выложили тропинку в районе Березовой рощи между 14 и 12 домом. Вот такая вот тропинка из плитки была выложена, чтобы люди ходили по ней. При этом было выпилено все хорошие деревья, попильные кусты, для того, чтобы ее видно было с дороги. Это достояние человечества. Такой прогресс сделать, плитку положить на той тропинке, которая годами топталась. При этом оставив вот такие сушняки. Вот они стоят какие, а? Ну они же не мешают обзору, ё-моё, этой прекрасной тропинки. Видно же ее с дороги, что она выложена, что слуга народа позаботился о людях. Вот, и вот такие вот ветки, которые мы идем, и они начинают нам бить прям по лицу. Прям вот это. Вот здесь вот она висит. Прям вот так вот она мне. Не, мы это не будем пилить, потому что это не мешает видеть тропинку с дороги. Вот так вот. Вот такие вот слуги у нас народ. Простите, что матом.